Крыпу ставлю. Сережка просто заболел. Он. Полипал здесь. Ну, он АФК в угре сидит. Ну, он не вдись. Скорт. Сегодня опоздаю немного на ЛП. Значит, Денчик, Лешник. Мы же 4 тела захилим. Ну, если бы уже встать. Захилим. Че бьем, так? Захилим, только по инеру кидайте, это и на телефоне неудобно что-то нажимать, говорить. Подожди еще раз, дай плей. Тилорус, заходишь? Да. Почекайте, в Дискорде есть? Нету, нету его. Нет, нет Назара. Может, человек по работе ушел? Скорее туда. Всего, кого-то попросил зайти, может быть, едет домой. Мне тоже такое было. Так, ну-ка, сейчас я посмотрю. Ну, я тоже иногда дочку прошу, чтобы она зашла и донажала. Знакомая, знакомая. Ну вот. Так. А мог у нас, он сейчас зайдет, да? Где у нас? Где у нас? Ждем 2 минуты. Если не будет, кикаю в среду, кикаю в гильдии. Я в ДЦ буду. Ну просто можно вам еще его песню. ДЦ, ты оставайся в холике, как вариант. Да нет, мне в ДЦ больше толку тут сейчас будет. Нужно больше ярости. Ну вон же ж он вам написал в Дискорде, типа опоздает. Посмотрите перегиль-чат, что написано. Ну значит, да, кого-то попросил. Ну, никто, никому ничего не писали. Мне, по крайней мере, никто ничего не писал. Ну, как вариант, если он пришел с работы, и будем пошел что-то делать. Не, ну, слушай. Сука, предупреди, как бы, делай. Нет, у меня даже Илья берет и отписывает, что мне нужно еще пару минут. Я думаю, Леша, ты наверняка эти сообщения от меня видел, если я не могу прям сразу присунуть. Ну, только... Дадите 8%. Да, Леша, Леша. Херсу сумнить. Сила бездны в ДЦ, Керс в Адеме. Элбрил Холик. Опять брюли перетаскивать. Слушай, спасибо, что у тебя брюли есть. Даю проверку на готовность на пол. Лёх, я камни поменяю сейчас. Лёха, дай пакет Зума. Пусть он садись в ману регени, камни меняй. Бафы раздайте. У всех эсисты висят, и все что. Чё, Делорус? Вместо Делоруса Казум или чё? Нет, ай хрен его знает. Делорус, кит. Ну-ка, сейчас посмотрим, где-то. Делоруса нету в этом. А вот появился. Делорус, заходи.
Сейчас захожу. Угу. Как будешь готов, скажешь тогда. Хорошо. Редвар, я знаю. Жужик, я все равно большинство не успеваю. У тебя прожатие квеста быстрее, чем у меня. Я тебя прошу, пожалуйста, не заеживай меня сегодня. Короче, сделаем прочь. Заебались со своими душами, будете сраться, будет никто, вообще никто не будет собирать. Да он каждого босса собирает. Я их просто в принципе продвигаю. Если я зачем? Еще раз слышу проблему про души, я двоих за рейд отправлю и, блядь, будете собирать их возле целка. Господи, Жужин, собирай ты уже. У тебя нахер. Не пиши мне больше ничего. Долорес готов? Сейчас экран откроется. Блять. Чего погнали? Готовность там тебе. Каску по возможности по боку. Роль выполнен. Квест будем делать? Как настроение? Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты?
Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы! Посмотрите на свои руки! Задумайтесь над нелепостью их строения! Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах – все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости! Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь! Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Так, руку ставлю еще раз. Мало, упал. Давайте шустрее. Хила, мне надо ману пить? Пуловые мы. Арче, пул, гоу. Квест сделаем. Так, я справа кончу. Здесь. Надо ну, делать. Пусть один маг овцу кинет, да и все. Чего нет? Подожди, третий танк кто? Ладно, хорошо, спикнусь. Сейчас панель не погрузилась. Буркма справа, Трудыка слева. Еще раз чек. Как вы смеете?
Сестницы притянешь. Это место станет вашей могилой. Слева Тарнаван вышел. Жопа. Ты не в сил противиться моей воле. Так, давай, ты хочешь видеть меня в людям? Давай мне говори, Ник Милика, которого я заменил, да что иду в реку. Покажи чужакам мощь нашего господина. Использовать эту способность. Мобы, секунду. Тогда некуда говорить. Я Сову контрольте, кислорода, контроль. Фаза, готовьтесь, танки. Да, готовы. Во-первых, два ДК набираем. Давай, да. В центре филлам оставьте только, не тушуйтесь там. Не бейте меня, эй. Че отхили? Ребят, готовьте забирать. Видео. На пул, на баркмо. У меня уже все 5 стаков, какие? Ты когда стаки спадут, скажешь? Когда спадут, Блин, бейтесь. Так и спали, может, духи, блин. Пульте на бухму. Неликс, просто скидывайте. Белорус риска. Я уже скидывал, дайте сальву что-нибудь. Блять, отпала нету, да? Ну, тогда молитесь. Пара вмешательства. Чарж меня сделай, вмешательство сделай. Ну, зубу дайте просто, все. Далеко бегаешь. Дух прям к боссу идет. Не босса можно забирать. Гера спала, у кого не ходят. Ты не в сил противиться моей воле! Ваша смерть неизбежна. Личка. Как жизнь? Опа.
Амир, прочитай личку. Ча. А долго будет висеть? А вот все исчезло. А, если я не ошибаюсь, это... Для посоха вот эта хрень, она одного в ней идет. Наготовка ролика на Миша, его в стене. Вон. Рада, что ли? Угу. Подлогу спал, наверное. Ну просто они хотят либо меч, которого Феникса что-то там раскаленный с келя падает. Я им сказал, что он на ретре какая-то не самая лучшая, лучше Глору. Но он не хочет Глору, потому что там надо будет ему перебивать камни. Не, на самом деле человек играет так, как ему нравится. Это очень... И сказал, нас бы, да, одет не так, как надо, но, блядь, показывает ДПС. Был такой там один Мерли Мэнсон. Короче, все обстирали, типа, ох, одевается не так. А ДПС давал. А кто вместо раздавать и зашел, я что-то не пойму. Я не могу журнал открыть, у меня бой висит. А вот сейчас посмотрим. Так. Вместо раздаваки? Вон, раздавака в седьмой пати. Кто вместо раздаваки? Вау. А, Розария, точно. Розария. Значит, Кирс получает в Леме. А он уже в Леме. Сила бездны был в ДЦ, ребят. Кирса первый сюда пришел. Я к пушке первым подбежал, идите. Тут кыш, дальше, кыш. По-моему, можно вот два села следующих, два босса. Здесь и этот на сурке. Село бездна сам начисти. Чтоб тебе проще было. Сразу будешь начисляться. Давайте, ребята, добирайте. Розарио сумануть. Когда даешь что-то, там окошко будет на начисление. Поставьте шкаф, пожалуйста. Тыкайте. Нажимаешь на человека, начислить ГП и число пишешь, которое на шмотке. Все. Ничего сложного. Розарио, а у тебя есть ретрик хороший? Ну, 62-й. Что там? Шимон. Все, бафайте, его запускайте. Лёша, нужно на раусты запустить. Плохо. Кислород. Что кислый? Запускай я. Запускай босса. Дашь мне ассиста? Бездна, шмот. Сейчас вы ответите перед Саутфангом. Бегай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Арте тут делать нечего. При
скоро поймем. Пехота! Сержанты! Ой! Не скажете! Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Там танк прилетел туда, нет? Да, перелетел. Так скинуть. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Точно? Да. Походу ни одна плюха не прошла. 15 секунд. Вот четвером, да, ребята? Я назад. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Альянс повержен. Вперед, короля лечу. Можно урон по пушкам скинем? Кто может? Интересно просто. Кто там ожидает, да? Нет, просто интересно. Просто ты на топ-1, поэтому. Кто-то самый главный. Кольцо упало, я посмотрела, нет. Джокер злой, кому МК уходит? Анкил. Кому? Анкилу. А Анкиловская кому? Ну ему, соответственно, мы меняемся. Взаимная порода. Ты мне едь.
но в пек пароля. Поле такая себе идея, на самом деле, брать на НХ. Ну, отдай. А, не-не-не, не надо, я думал, 2.5. Ну, так-то у меня кистевые есть товары. Тоже не критично. Да, 2.6 в идеале. Ну, там, почти. Босс, а как танчим, на ступеньках или в центре? Где хочешь. Он где квадрат стоит, там потанчи. РЧ погнали. Квадрат это я вот. Вот туда иди. Так можно было, да? Конечно. Пускай. Да мы похилим. Я обхиляю, я не спекалась. Он рядом стоит. Будьте начеку, Лек только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец! У тебя нет шансов! Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить! Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Пневматический щит кто вешает, интересно? Колик? Сколь могущественно во имя короля Лича! Ой, ой, хорош, хорош. Почти 20-ка. Никогда не видел, чтобы я 21к давал.
Эх, били бы чуть-чуть подольше. Мы похороним тебя, как подобается. Кстати, сегодня старик выдал в Эльме 23 тысячи. Специально смотрела, там скрин выше есть. Меньше тебя. Ну, он меньше меня дает, я знаю. Но я одет лучше. А мне что-то урон потрошен проходит. Наконец-то! Не, во втором уроке он прошел, а у меня вообще нет. Ну, или... Не понимаю, почему. Коль не дамажит. Ну вот, Кирс, а ты жалуешься, что у тебя там версты не откатываются на первое место. Блин, понимаешь, что это два босса таких всего есть. Но всех остальных такого урона не будет. Ну, в любом случае. Типа, я так могу только здесь на роботе делать. Слушай, поздно, ты уже показал. Классик на лоб. Yeah.